В первую очередь, с победой. Какие ощущения, как добирались до Нальчика? Спасибо за поздравления. Я могу сказать только, что счет на табло не отображает качество и стиля нашей игры. Я могу сказать, что сегодня был не лучший матч в нашем исполнении. Но хорошо, что все так сложилось. Было тяжело в плане единоборств. Было много накала, много эмоций. И хорошо, что мы где-то проявили хладнокровие. Но очень большая пища для размышления после этого матча. Добирались мы за сутки, как обычно, из Краснодара. Спокойно выехали. Вчера провели на вашем поле тренировку предыгровую. И сегодня уже вышли играть. Ну а что скажете о качестве газона на сегодняшний день? Очень приятно удивлены. Хорошее покрытие. Мяч ходил быстро, помог дождь, что оно было скользкое. Я думаю, это сыграло нам на руку, потому что мы больше стараемся играть низом, больше команда любит, когда мяч быстро ходит. Но если бы был сильный ливень и началась бы верховая такая дуэль, то, я думаю, нам было бы сложнее. Ну и вопрос, над чем сейчас больше сейчас придется работать? Это над тактикой или над физическим состоянием игроков? Ну, по физике сегодня неплохой был матч. Да, есть тактические моменты, которыми мы недовольны. У нас с 2008 года две команды. Одна выступает в федеральном UFL, вторая вот в этом UFL региональном. У нас происходит постоянная ротация, но мы движемся в одном направлении. И как бы наша главная цель – максимально много подготовить футболистов на высший уровень. И тогда мы будем довольны.